А сейчас будет номер, который является для нас всех, в том числе для меня, сюрпризом. Был издан в 1680 каком-то году сборник арии «Ди Парма», то есть арии из города Пармы. Переложение для ансамбля. Голос мецо-сопрано, виолончель и фортепиано. Так вот, одна из этих арий города Пармы. «Дай мне любовь, любовь, дай мне наслаждение», так первые слова, исполняет Нина Щепилова, меццо-сопрано, Маша Зайцева, виолончель, и Мария Михайловна Зайцева, фортепиано.